Я читаю первую главу из книги пророка Осии. «Слово Господне, которое было к Осии, сыну Бериину, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя израильского. Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену, блудницу, и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступивши от Господа. И пошел он, и взял Гомерь, дочь Дивлаима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему: нареки ему имя Изриель, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Изриеля с дома Иуева, и положу конец царству дома Израилева. И будет в тот день, я сокрушу луг Израилев в долине Изриель. И зачала еще и родила дочь, и он сказал ему: нареки ей имя Лорухама, непомилованная, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им, а дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками. И откормивши грудью непомилованную, она зачала и родила сына. И сказал он: нареки ему имя Лоамми, не мой народ, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им: вы не мой народ, будут говорить им: вы сыны Бога живого. И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Изриеля».